Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Red Alert 3. И давайте продолжим. Совсем скоро начнется вторжение в Лос-Анджелес, командир. Император хочет, чтобы мы захватили все медиа-центры. Так мы сможем вещать его слова по всему миру. Наша цель... Вествуд и Беверли-Хиллз, после чего мы идем к Голливуду. Да, если встретите кого-то из звезд, будьте любезны перед тем, как убить их. Возьмите автограф для меня. Хорошо. Ладно, поехали. Победа почти у нас в руках, командир. Наш повелитель знает, Лос-Анджелес должен быть наш. Его медиа-центры несут миру только ложь. Воспользуйтесь нашей крепостью для зачистки береговой линии. Понял. Так, и вот эти дома, я как понимаю, надо уничтожить, чтобы мы могли спокойно строиться. Так что, давайте для начала уничтожим дома, а потом до конца уничтожим вот эти орудия. Отлично. О, деньги. В некоторых зданиях есть. Вот еще деньги, отлично. Так, что не дотягивается, что ли? Все. До этого я не дотянусь. У вас хватило наглости ступить на нашу землю. Я думаю, вы не поняли, во что ввязались. Угу. Ну, это мы еще посмотрим. Командир, вы должны захватить этот город. Выполнить приказ императора. Не подведите. Строительство завершено. Постараюсь не подвести. Наконец-то мы высадимся на американской земле. Хороший будет бой. Так, ну, обогатитель. Доступны новые постройки. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Место развертывания установлено. Идет подготовка. Так, штучек 10, я думаю, хватит нам. Так, еще один обогатитель нужен. Давай бегом, иди захватывай. Так, потом вот тут я еще захвачу. Можно попробовать... А, не, вот тут я не буду захватывать, потому что нас могут... достать. Бери деньги. Все, стой, пока отдыхаем. Так, на союзника уже нападают. Давайте по-быстрому в здание. Все укрепления скоро падут, командир. Император передал ваше распоряжение секретные протонные орудия. Теперь вы можете работать по врагу с больших расстояний. Так, кого я не заказал? А, инженеры нужны. Так, и что еще? Энергостанция.
Так, ну тебя куда-нибудь сюда давай. Тебя куда-нибудь на воду. Подальше. Так, завод мне нужен. Срочно. Тихо. Объект уничтожен. Строительство завершено. Давай еще одного. Я думаю, мне этого хватит. Отмена. Ваш покорный слуга. Обнаружена база противника. Строительство завершено. Бегом. Основа завода. Двигаюсь к месту развертывания. Идет строительство. Нет. Электростанции давайте ломайте. Во. Теперь все. Захватываем ихние здания. Доступны новые постройки. Да, мой господин. Постройка противника захвачена. Доступны новые постройки. Так, нет, тут электростанцию давайте строить побыстрее. Так, тут верфь возводи мне. Тут штучек. Парочку, я думаю, нам хватит. Строительство завершено. Идет строительство. Оставлю вас по назначению. Доступны новые постройки. Идет строительство. Обнаружен противник. Идет строительство. Так вы... сюда уходите. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Отмена. Идет строительство. Так, казарму. Надо как можно быстрее атаковать их. Обнаружен противник. Идет строительство. Идет строительство. Так, завод. Что еще я не построил? Так, я намерен, короче, строить танк Хамелеон. То есть понастроить танков Хамелеон и по воздуху буду строить вот эти вот самолеты, кстати, надо усовершенствовать. Доступны новые постройки. Так, улучшение. Строительство завершено. Так, энергии сейчас не будет, вот это вот беда. На базу напали. Идет строительство. Строительство завершено. Фигово. Строительство завершено. Обнаружен противник. Идет строительство. Мы союзники на поле. Основа энергостанции. Усовершенствование выполнено. Место развертывания выбрано. Так, что я не построил еще? А, улучшение надо. Пока улучшается потихоньку. Ну же. Ох ты, вот эта вот фигня опасная. Да сдохни же ты. О, а то вообще борзели, бля. Обнаружен противник. Идет строительство. Так, что, мы можем строить? Можем, отлично. Так, штучек сразу
15-20 вот так понастрою я. Так, что я хотел? А, еще авиацию. Ну, штучек тоже 15-20 бы надо. Пока 5 пусть, потому что денег нет вообще. Поехали. Захватим эту базу. Так, с энергией могут быть проблемы. Давайте идите, уничтожите. Так, что стоим? Кого ждем? Поехали. Блин, да, с деньгами беда прям. Прям серьезная беда. Так, там построили. Где-нибудь вот тут. Все, и хватит. Насчет опоруны, я надеюсь, этого хватит. Если что. Так, давайте пока приостановим. Поехали. Давай, обогатитель захватим. Блин, надо было заказать еще. Хотел ракетчиков построить, а нифига не получилось. Ну ладно, сейчас вот пушку поставим, и все получится у нас. Блин, инженера заморозили. Во, замечательно. Станцию построить. О, отлично. Тут закажем ракетчиков, пусть строят нам. Так, тут что у нас? А, тут я забыл, кстати, обогатитель заказать. Ой, харвестера. Давайте закажем. Они прямо у нас под носом! Идет стоит. Они прямо у нас под носом! Так, а надо вот эту фигню захватить, да? Они штучек 5 сразу инженеров закажем. Идет
Так, надо дальше это приказать, чтобы строили нам танков и тут также пусть строят нам дальше. Все отлично. Хорошо, идем. Начинаем высадку. Не клевать носом на вахте. Ну что творит, а? Готовьте эми-ракету. Да, и денег нету, блин. Обнаружен противник. Приостановлен. Так, я лежу тут у нас контратаку их не. Ой, вот эта хрень опасная. Назад, назад, назад. Вот эту, они опять построили, блин, авиазавод свой. Его надо сломать, иначе проблем будут у нас. Вывести из строя их технику. Рулевой, слышали приказ? Обнаружен противник. Отмена. Идет подготовка. Постройте противника за хвостами. Пришло наше время. Давай бегом. Мы им снесем завод. Здесь небезопасно. В атаку. Спрятаться негде. Надо укрытие. Только солдат живучий, вы поглядите. Все, блин, отыгрались, твари. Освободите палубу. Обнаружен. А я только-только привык к воде. Опа! Блин, гребаные собаки. Если я... Так, ладно, авиацию в воздух. В наших зданиях диверсии? Ну ничего. Ничего, справимся. Потому что пока я хамелеон отправлю туда, они пока доедут, лет 10 пройдет. Так что лучше авиации давайте. О! Хорошо-то как! Замечательно. Ну чё, отбили атаку. Так, эти тут завод не построили, я надеюсь. О, хамелеон потихонечку строится. Ой, я забыл про очки, извиняюсь. Многие именно мне предъявляют, что... Почему я вот не использую эти очки. Я просто очень невнимателен и... Не обращаю на них внимания. Да и в целом, я в них не дожидаюсь, в этих очках. Я и без этих очков спокойно могу выиграть миссию. Так, что у них вот тут? А, тут надо уничтожить эти лазеры. Да, без проблем. Так, тут, кстати, можно захватить. Давайте тогда закажем инженера. Можем тут и обогатитель свой возвести. Так, они, видимо, завод опять построили. А, нет, не построили. Все отлично. Так, все назад, 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 назад. Отступаем. Блин, из этого ракетчик, наверное, мой инженер не дойдет. О, как? О, как? Чё творят? Вы видите это? Бегом, бегом, бегом. Чё за бред? Да я его даже вижу, атакуйте. Ну,
экипируют, что творю, а? Все, есть такое дело. Лучше оставлю вас здесь, потому что чувствую тут как-то... Не последняя атака на эту базу будет, мне кажется. Во, хорошо-то как. Так. Ну все, я могу пробовать уже атаковать их. Попробовать-то можно? Опять, видите, блин, завод построили. Не быть тому. Так, тихо-тихо-тихо, пушка, это опасно. Так, что у нас тут? Угу, тут дальше потихоньку у нас авиация строится, это замечательно. Кто там стреляет? Ох, блин. Сколько ракетчиков. Но мы их перебьем. Так, ломаем вот эту пушку срочно. Пушку, пушку, бегом. Все. Отыгрались, твари. Так, и обогатители ломаем. Блин, ну, танки Хамелеон просто тащит. Офигенные танки. Вот это у них тут армия. Так, ну ладно. Так, если пойти с помощью авиации в атаку, в целом можно попробовать на авиации пойти. Так, у нас тут что? Тут ракетчик сидит, не пусть он сидит. Хоть спит, мне все равно. Ох, блин, а вот это вот опасно. Тут, а, вот тут у них, блин, эти стоят лазеры. Нет, тут авиация нужна, чтобы мне сбоку, допустим, прорваться. Так, а надо еще уничтожить вот это вот... Блин, а то... Так, тут есть подъем, но он неудобный, очень узкий. Нет, авиация, иди сюда. Уничтожи эти лазеры. Объект под огнем.
Да, я понял, что авиация вас атакует. Ну что поделать, придется. Все, бегом назад. Блин, в здании сидит, зараза. Ух, ё-моё, вот это армия! Но весьма вроде бы справились с этой армией. Отлично. Вот так вот, ребята. Доигрались вы. Так, ну и все, остается заказать инженеров. Закажем штучек 5. Да, уничтожаем все, уничтожили. Все, осталось захватить эти здания. А так мы всех уже тут уничтожили. Так, что тут насчет инженеров? Ага, вот они, три. Ну, нам и три надо как раз. Давай, садитесь, бегом. Так, а ну-ка идите уничтожьте вот это вот здание. Все, никого больше нету. А, вот он стоит, отдыхает. Так, а ну-ка ликвидируйте его. Прибыл. Давайте. Хотя, блин, я вот думаю, а если сейчас мне придется бронять вот эти вот медиа-центры? О, блин, тогда будет все плохо. В целом я смогу, наверное, продержаться еще. Только вот против воздуха у меня ничего нету. А кто на земле будет, я их уничтожу. Ну вот и все. Прекрасно, командир. С этого дня мы начнем крушить волю американского народа. Или то, что от нее осталось. Я была очень рада служить под вашим командованием. Пусть судьба благоволит вам. Миссию, честно говоря, нельзя назвать какой-то сложной, но было очень даже интересно.
Ваш шпион-андроид принес большую пользу, сын мой. Спасибо, отец. Этот советский ученый обращается к Альянсу? Сэр, я создал машину времени. Вы что, шутите, да? Это так, господин президент, он говорит правду. Ну, у Советского Союза не было шансов, и мы сумели изменить прошлое. О чем вы вообще? Ну, мы нарушили причинно-следственные связи и изменили будущее. Вообще, империи восходящего солнца не существовало бы, если бы не наш эксперимент. Мистер президент, вы в порядке? Он сказал, империя не должна была существовать? Мистер президент. Мистер президент. Империи бы не существовало? Нет. Если судьбу можно изменить, если будущее столь зыбко, значит, никакого предназначения нет. Все это прах! Мистер президент, что вы прикажете? Господи, что происходит? Разведчика больше нет. Генерал, мой господин, нам удалось перехватить сверхсекретные переговоры союзников с русскими. Они подготавливают совместное нападение на Японию. Русские и Альянс вместе? Мы должны были предотвратить это. Всех солдат Альянса следовало уничтожить. Я не понимаю. Зря я не послушал вас, сын мой. Все кончено. Тацу, я назначаю вас главным над всем сёгунатом. Пожалуйста, не дайте погибнуть империи. Да, отец. Чуть ты без боя сдался. Рановато. Итак, ладно, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.